Всем привет, это вторая неделя моего личного влога «Будни и барыг». Хочу вас при началом видеоролика поблагодарить всех за активность на первом моем влоге. Не думал, что он вам так зайдет. Статистику прикреплю, вы будете ее видеть. Вот. Утро у меня начинается понедельника с хороших новостей. С утра проснулся от звука оплаты. Оплатили вот такие вот 6 рубашек от Ralph одним лотом. Вот оптовый скупщик. Вот так вот получается. Сейчас уже буду идти пить кофе и немножко поделюсь с вами планами на день. Сейчас у меня есть долгосрочные планы на покупку квартиры, поэтому мы сегодня с вами в Excel создадим, получается, как таблицу. И через эту таблицу уже будем каждый день прописывать, что типа прибавилось, сколько убавилось за день, сколько вложили, сколько заработали. В общем, думаю, вам это тоже будет интересно, так как многие люди мне пишут под моими видео, типа спасибо, что говоришь, сколько ты вложил и сколько ты хочешь заработать. Вот, думаю, что все вам это будет интересно, все буду показывать, все буду рассказывать. Сейчас уже буду двигаться в универ. После универа у нас будут также еще некоторые планы по поводу упаковки, отправки. У меня уже есть свой курьер, он бегает на почту, отправляет посылки. Вот, ну, в принципе, что будет происходить за день, буду снимать. Пришел с универа и сразу же убегаю. У нас, в общем, еще покупочки, только уже по городу. Забрали вот такой рюкзак, этот пак. Вот, сейчас несу его человеку. Заберу за них денежку и пойду, скорее всего, в банк покупать доллары, потому что продолжаем идти вперед, не останавливаемся. Вечером уже создам табличку и будем записывать те данные, которые у нас получились в цифрах за день. Думаю, вам будет интересно посмотреть, сколько же все-таки зарабатываю я. Ну и вообще, в целом, мою жизнь в плане финансов. Ребятки, сейчас только пришел домой, успел покушать, переодеться. Вообще, сегодня какой-то бешеный по продажам. Забрали еще вот такую вот футболку на папире в сером цвете. И точно такую же белую, тоже в размере M. В общем, ребята, сейчас буду уже садиться за компьютер, за ноутбук. Буду делать табличку Excel, как вам говорил, по доходности. И уже покажу вам ее. За сегодня мы заработали, получается, 1670 гривен, потратили всего 300, и чистая прибыль за сегодняшний день составила 1370 гривен. Также с меня купил 50 долларов, вот, и продолжаем двигаться к цели, к покупке собственной квартиры. Также сегодня на канале у меня вышел Secondhand Патруль, быстро набрались подписчики, на канале сейчас уже 1700 подписчиков, никогда не думал, что доживу до такой цифры. Вот, всем спасибо огромное за проявленный актив, стартует марафон по набору 2000 подписчиков до конца марта, надеюсь на вашу поддержку, актив, и увидимся с вами уже завтра. Утро второго дня не совсем доброе, потому что проснулся от того, что соседи просто с самого утра долбят в стенку, наверное, с 7 или даже раньше. Также бьют по батареям, я ни хрена не выспался. В общем, первый день был гуд, второй день начинается не самым лучшим образом. Но есть и хорошие новости. Заказал я, получается, упаковочные пакеты, 100 штучек. Не, ну вы слышите, да? В общем, заказал упаковочные пакеты, 100 штучек. Получается, для того, чтобы упаковать вам посылки, прозрачные, по фотографии прикреплю, можете посмотреть. Реально, гуд пакеты, получается, вышли по 1 гривне за штуку, и это идеальная цена для их качества и размера. В эти пакеты буду паковать ветровки и кофты, а в более маленького формата, тоже хочу заказать, буду паковать футболки, которые уже будут в сезон. В общем, сегодня меня поздравили с праздничком. Стандартные подарочки, но очень-очень приятно их получать. Вот. Спасибо всем огромное. А сегодня уже особо никаких планов нет. Думаю, что может что-то по продажам будет, но там посмотрим уже. На улице к вечеру заметно холодает. Сейчас бегу на аниматорскую студию, где я работаю аниматором, то есть провожу детские праздники. У нас сегодня будет как небольшой сбор людей, которые там работают, по поводу дня всех мужчин, то есть нас поздравят, те, кто работает, именно мальчики там. Вот, если получится, посниму что-нибудь со студии. Сейчас нахожусь на аниматорской студии, тут я работаю аниматором. Можете видеть огромное обилие разных костюмов, париков, всего остального. Вот, пошел работать аниматором, потому что нравится работа с детьми.
В общем, внес немножко корректива в табличку, добавил, получается, как колонку чистый доход, чтобы вы примерно видели, сколько у меня чистой прибыли получается с шмоток. В общем, заработал сегодня 0, чистой прибыли, соответственно, 0. Ну, получается, по вложениям у меня было всего полтос сегодня, ну и остаток, вот вы видите. Сейчас уже в универе, сижу на паре. Привет, хоть передай. Сидим, чертим вот такие вот детали. Программа называется Компас. Кто работал, думаю, понимать, насколько это своеобразная программа, скажем так. Сейчас уже вышел с универа, будем чапать домой. Хочу для вас сегодня еще показать вам пару кофточек, вот, которые будут на обнове. Так что те люди, которые смотрят мои влоги, они получают информацию намного первее, чем другие люди. Которые будут ждать вас на ближайшем обновлении. Вот такая вот кофта вот Stone Island, Long, Program Patch, Junior, получается на ростовку примерно 160-170 сантиметров. Вот такой вот лонг от Патагонии, офигенский. Все эти вещи, кстати, большая вернее часть вы увидите у меня в видосе, который у меня на канале выйдет в четверг, получается. Вот, вот такая вот Патагония, лонг. Вот такой вот свитшотик от Lacoste, офигенский. Получается, логотип вот тут, и вот такие вот логотипы еще есть на рукаве. Так, и дальше у нас еще вот такой вот свитшот от Champion винтажный будет. И вот такой вот Champion из новых коллекций с лого маленьким спереди и маленьким лого вот тут вот на рукавчике. День, к сожалению, нам также не принес денег, доход всего 0, чистая прибыль также 0, расходы 25 и остаток всего 1295 гривен. Наконец-то после тяжелого дня я дома и сейчас вам покажу то, что купили сегодня. Сегодня хорошая касса, всего благодаря двум вещам. Забрали такую ветровочку от Helly Hansen в размере XL. Получается лого на рукаве, лого спереди и лого также присутствует на отворотке капюшона. Вот, и также забрали вот такой свитшотик вот на папире, новый с этикеточками. Вот, получается за две вещи покупатели отдали 1150 гривен. Также еще хотел бы вам сказать о том, что приехали наконец-то мои упаковочные пакеты, не прошло и 3 года. В общем, завтра вам покажу уже после завоза сам процесс упаковки, как мы укладываем ваши вещи, как мы их пакуем, как мы укладываем там стикеры, всякую остальную дребедень. Вот, и также завтра немножечко подсниму для вас завоза, там покажу пакетики, ну и весь день там по мелочи, то, что будет вам интересно, буду показывать. Этот день выдался очень-очень продуктивным, заработали 1150 гривен, чистый доход составил 900 гривен, траты всего 80 и сейчас у нас по деньгам 2365 гривен. Ребятки, доброе утро, сегодня у нас последний 5-й день, почти не поспал, может часа 3 всего, потому что до 2 часов ночи мы общались с покупателем и наконец-то он что-то себе довыбрал. Просто чтобы вы понимали, что не все так просто, я потратил примерно 1.5 часа. Своей жизни, чтобы продать человеку такую футболку за 350 гривен. Вот. Сегодня мы запишем ближе к вечеру уже доходность и подведем итоги за 5 дней. Привет маме и маме. Во влоге. Ты меня снимаешь? Да кого угодно. Будни барыги. Будни барыги. Все. Знаете, этот продавец, он манч. Он честно людям вещи не продает. Шо ты, Ванька? Хоть привет передай. Привет, привет. А, сидим в универе. Хоть бы что-то было понятно. Если хоть кто-то шарит вот в этой вот хрени, это просто чертежи какие-то, замеры. И надо что-то сжать, что-то разжать и... Вань, ваши эмоции. Мы не знаем, что это такое. Ну вот мы такого же мнения. Набрал я, короче, упаковочные пакетики. И также вот такое огромное количество стикеров у меня есть. Сейчас, я думаю, вы знаете, что будет. Пока я пакую вещи, хотел бы вам сказать пару слов про завоз. Удалось взять всего две вещи. Это одну пару кед от Vans и футболку от NF. Сейчас буду бежать по своим делам. Увидимся с вами уже вечером. Также сегодня еще забрали вот такой вот персиковый лонг от NF с большим логотипом на спине. Человек заплатил за него 350 гривен. Вот, сейчас буду фасовать ее. И сейчас уже будем смотреть, сколько же я заработал за 5 дней продаж. Итак, за сегодняшний день нам удалось заработать 700 гривен. Чистая прибыль составила 550. Траты за день 380. И за все время этой недели мы заработали 2685 гривен. Подводя итоги этого 5-дневного влога, могу сказать, что нам удалось заработать вот так вот.
То есть $50 я купил, и 1200 гривен мы оставляем на то, чтобы жить, и на то, чтобы тратить ее на одежду, вкладывать. В общем, в следующих своих влогах я также буду рассказывать, что у меня там по прибыли, что там по растратам. Вот, на этом буду заканчивать. Всем спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал и включать колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие выпуски. До новых встреч. Пока.